5 градусов. Здесь большие работы по бетонированию. Мы его выровняли, сделали все мероприятия, которые положены, и сделали отбойники. Сейчас получился мост проезжий для жителей Дубаса. Здесь мы планируем построить новый мост рядом. Заказываем проект и сделаем всесезонный мост. Вот этот мост весной можно заливать водой. Вот здесь вот современный. То есть она, вода доходит? Да, вода поднимается, вот здесь вот все разливается. Поэтому мы сделаем современный высокий мост. Здесь трасса будет очень востребована для всех. Там дорожная организация сейчас большая заходит. Именуя город, вот очень будет востребован. Во-первых. Во-вторых, был тут вообще невозможно. Мост вот такой. Многие боялись ездить, потому что он весь полагодным. Он не проезжий был, что он так под углом можно упасть. Вот. Здесь были колеи, эти как ямы. Вообще, чуть дождь пройдет, мы уже не ездили. А кто и поедет, грузовые поедут, вот так все разобьют, нам и ехать нельзя. Эту дорогу мы сколько добивались, но сделали нам позапрошлом году, по-моему. Июнь. Ну что, насыпали, вот где там от Шелоголицына вот до поворота хорошо укатали, там хорошо. А здесь опять эти выбоины, опять тоже плохая. Потом в прошлом году это дочь моя это организовала всех мужчин, и вот за всю деревню засыпали. Там школьный автобус ходит, да? Да, ну. А дети как забирают? Много лет не ходят. Не, а дети добираются как? Ну а дети, вот у нас сейчас двое-трое находят, я даже не знаю. Давно не ходит из-за дороги, давно уже лет пять больше не ходит. Когда-то была прямая линия с Путиным, я прям звонила и говорила, что а мы нигде не едем, потому что говорит, мы не можем развивать машины, автобусы без конца. Хотя бы зацепили. Москва там сделала. Потому что чуть это. И мост дождь. Новый построен. Ну это и мост еще не все сезоны. Тут теперь, может быть, и люди будут к нам это покупать, кое-какие дома продаются, а из-за дороги чего? Вообще нужен этот проект. Деревня, она сейчас без дороги, это не деревня уже. А дорога будет, и деревня живет. И народ, как говорится. Автобус может пустить сюда, транспортный. А, то есть из-за отсутствия дороги сюда как бы никто и не суется, да? Даже не скорая не может сюда ехать, и такси никто не едет. Вот такая ситуация. А вот за медпомощью куда приходится обращаться, как правило? Ну, без помощи. Они ездят, вот, через Шелоголицыно. Звоним в городской, но едут. Расстояние большое. А здесь 5 минут, они уже здесь, в Дубасе. То есть, если что, быстрее приезжать. Да. Тут, как говорится, 8 километров, а здесь 2,5 километра расстояние. Мы уже промерили, все знаем. Ну, это была земля, когда в колхозе была, наша была земля-то. Она грань стояла на горе, там, в Выдвиженской грани, в Шуклянской. Там была грань на горе, а потом начали вот на дачу выделять, а дальше сквозь. И вот эту дорогу делали тоже, оттуда с этого карьера брали 500. Вот когда эту дорогу делали, оттуда же тоже глину брали с этого карьера. И дорогу дали Шишканов, тоже дорогу-то Осмолов, Шишканов, ну делал-то это, Осмолов это, платил-то. А сейчас, как вы там разделили, чего, я... Когда вот ту дорогу, вот которую сейчас пытаются отремонтировать, когда ее в последний раз в порядок приводили, помните? Да, как сделали, так и все. В каком ее году ложили этот гребен? Как бросили, как вот делали асфальт, так бросили, так и... Вот этот гребен в каком году положили? А я откуда знаю, в каком году, не знаю, давно ее положили, гребен сделали. То есть там десятки, это, да, это, лет назад, нет, наверное, 70, да? В конце 60-х. Как началась перестройка-то? Начальник еще приезжали, не хотели делать друдника и асфальт класть. Столбы поставили, все было сделано. А как началась вот эта дележка, и так и бросили все.
То есть это в 80-х что-то собирались, да, и получается, и так ничего и не сделали. И вот я у матери сейчас, спрашивал, да? По-моему, она сказала, в 68-м году. Володин писать, в Саратов писать надо насчет дороги. Чего? Запретил. Чего? Я не знаю, почему он запретил это карьеру. Он же не его был. Ты не знаю, может сейчас что-нибудь сделали, вот как дачу выделяли, не знаю. А так была земля наша. Дороги не было, и автобус не ходил, за учениками все перестал ходить. У нас вон сколько скота тут было. На горе тут было 700 голов стоял, рогатки. Пригон был, и тут и 4 тысячи свиней было, и 27 тысяч на краясе было у нас. Ну, а дорог, по-любому она нужна, дорог. Это она уже тоже не годно, что с границы. Не знаю, почему, кто может запретить это делать. Мы так обрадовались все. Ну ты же тренер тебя, когда тоже с этой карьеры не смог войти. Это я не помню, я слышал. Ну вообще ты карьера. Сайту. Пошел трассу вот эту вложили, с этого карьера Василия, я точно помню. Ну дорога-то нужна, да? Ну, дорога-то, как понятно, что нужна. Там уже нужна. Ну, хорошо. Волчиновский родник на протяжении многих десятков лет является одним из самых популярных источников хорошей воды в Иртишевском районе. Здесь, на роднике, мы можем увидеть совершенно разновозрастные сооружения, которые люди строили сами для того, чтобы получать хорошую воду. Это и трубы, и старые колодцы. Вообще, это очень живописное место, которое раньше было популярным у дачников, но из-за того, что не было дороги, люди дачи просто бросали, их невозможно было даже продать. В результате сейчас мы видим здесь совершенно девственные заросли, красивую природу, гремящий, шумящий родник с чистейшей водой, за которой до сих пор люди едут в емкости баками, бутылками, на крещение, в обычные дни, для того, чтобы получать хорошую воду, для того, чтобы заботиться о своем здоровье. Но, к сожалению, отсутствие дороги приводит к тому, что по пути за хорошей водой, за этим самым здоровьем, люди вынуждены тратить нервы, вынуждены бить свои машины.